А у жителей дома 43 на Коммунистической своя проблема. Январская капель в квартирах. Разводы на потолке от того, что крыша прохудилась. Так из ведра, конечно, не лило, но настроение Семеновым испортило. И хорошо, что только в одной комнате потолок непригляден. Поквартирный обход соседей по этажу в подъезде показал. Пострадавшие не единственные, говорит хозяин. Позвали помощь, но там пришли два бедных слесаря, почистили снег на крыше. Это первое, что можно было предпринять ЖЭО. А потом выполнен и ремонт мягкой кровли за счет средств, собранных на текущий ремонт. На площади 400 квадратных метров над 9 квартирами. В настоящий момент выполнен ремонт над квартирой 46, а над 43 квартирой выполнена герметизация примыкания кровельного ковра к фановой трубе. У Семеновых остается одна головная боль – косметический ремонт комнаты. Анна Пугачева, Владислав Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.